финале Central Asia's Got Talent яркие и, безусловно, талантливые представительницы Республики Узбекистан. Корейский танцевальный ансамбль «Моранбон». Когда мы делали первые шаги в шоу, у нас было чувство радости и гордости, что мы попали на это шоу. Мы стали более собранными, более дружными, потому что это был наш первый вылет на такой большой проект. Мы проводили очень много времени вместе и надеемся, что наш труд окупится. Танцевальный коллектив покорил судей проекта харизмой, корейским национальным танцем и яркими костюмами. Очень классные девчонки. Чувствуется, что работа сделана, как говорится, на славу. Девчонки постарались. Я думаю, они заслуживают уважения. Мы очень рады. Мы были в приятном шоке. Мы очень долго и усердно репетировали наш номер. И когда посмотрели эфир, мы убедились, что наш труд не прошел даром. Каждый из нас выложился на все 100%. Также для нашего ансамбля большая радость и удовольствие выступать на такой большой сцене с такими спецэффектами, с профессиональной съемкой, со сценическим образом. Самый незабываемый момент – это, конечно же, само выступление, эйфория, восторг, яркие эмоции, огонь в душе. И эти эмоции становятся в два раза больше, когда слышишь громкие аплодисменты зала. От национальной культуры до дерзкого мейнстрима. В полуфинале танцовщицы выложились по полной. Невероятное количество сил было потрачено, терпение и, конечно же, упорство, чтобы удивить зрителей и судей. И... если посмотреть на голосование, им это удалось.
кажется, Бурабон сейчас в своем пути идут вот в этом направлении, в таком бескомпромиссном, профессиональном, ярком хореографическом искусстве, которое само по себе очень круто, за которым хочется наблюдать. Я им очень благодарен за этот номер в нашем полуфинале. Они показывают, что современное хореографическое искусство может быть таким, каким мы его сегодня увидели. Зрелищным, ярким, современным, но при этом для, так сказать, для массовой, для большой аудитории. You want another one? This is really big bad show. Chop chop in a bando, I don't wanna look like you. Chop chop in a bando, I don't wanna look like you. Chop chop in a bando, I don't wanna look like you. Chop chop in a bando, I don't wanna look like you. Chop chop in a bando, I don't wanna look like you. I don't wanna look like you. Больше всего нам нравится выступать на большой сцене перед новой аудиторией и известными людьми, а также возможность показать не только себя, но и то, над чем мы, в особенности наш хореограф, работаем так много каждый день. Проект повлиял на нас в основном положительно. Во-первых, такие большие поездки всегда сильно сближают и сплочают. Во-вторых, мы получили огромный опыт, познакомились с новыми людьми. Когда смотришь на действительно достойные и сильные номера, невольно начинаешь анализировать, и дух конкуренции начинает играть свою роль, и это мотивирует нас становиться только лучше и сильнее. Этот конкурс является одним из самых ответственных, самых масштабных за весь период нашей деятельности. Вы даже не представляете, сколько сил мы вложили для того, чтобы дойти до финала, сколько определенных потерь мы пережили, да, для того, чтобы дойти до финиша. Поддержите творчество танцевального коллектива «Моранбон» и голосуйте в Айту. Голосуйте за наш ансамбль, так как мы этого достойны. И пока что мы являемся первыми из Узбекистана, кто прошел гранд-финал на этом конкурсе. Поэтому голосуйте за... Марафон! Новый Galaxy S22 Ultra объединяет в себе мощность линейки Note, камеру профессионального качества и производительность серии S. Galaxy S22 Ultra – первый среди сильных. Today.